мы как-то более организованы и собраны, и в 12 часам все соберутся, но практика показывает, что подтягиваться будут бесконечно долго. Но это зависит от людей на самом деле. Ну, кто не успел, тот не успел. Потому что, по большому счету, скажем так, пленарная часть у нас небольшая, потому что у нас практическая конференция посвящена нам больше вопросам бухгалтерского учета. Поэтому поздравляю вас с началом нашей конференции. Будем ее считать открытой. Вот. Если в двух словах, то есть такое предисловие по поводу как бы того, о чем и что мы будем делать сегодня. У нас будет небольшая презентация по программе, построенной на 1С, именно по бухгалтерскому учету. Потом, так как здесь большая часть людей практикующих, те, которые занимаются потребительским обществом, и это руководители бухгалтера, то есть мы проведем такой круглый стол. То есть, в общем-то, не в плане рассказов, какие мы все хорошие и что мы умеем, а просто на самом деле накопилось достаточно много вопросов. Они существуют столько же, сколько и потребительские общества, вот, начиная с момента подписания закона 92 года, а решения не на все есть. И каждый выживает по-своему. То есть поэтому я думаю, что будет интересно обменяться теми или иными моментами, кто как что-то достиг или что-то сделал именно в рамках потребительского общества. Ну а сейчас я предоставляю слово Кингаранту, непосредственно разработчику программного обеспечения бухгалтерского учета в потребительских обществах. Просто там.